Количество криптоактивов перевалило за 1000. Как сообщается в твиттере CoinMarketCap, на данный момент у них зарегистрировано 828 валют и 182 токена. А в сумме это составляет более 1000 криптоактивов. Несмотря на то, что некоторые из них и представляются сомнительными, такое количество демонстрирует стремительное развитие рынка криптовалют. Как сообщает информационный портал NewsBTC, список теперь уже 1000 криптоактивов постоянно обновляется, и все его участники проходят тщательную проверку администрацией, поскольку присутствие в списке подразумевает торговлю хотя бы на одной публичной бирже и не нулевой объем торгов. На сегодня общая капитализация составляет более 87 миллиардов долларов, при этом доля биткоина среди всех криптовалют составляет почти половину.